Не убивайте! Молчи! Мольбы не помогут. Твоя кровь – дань для нашего царя. Твоя жертва избавит нас от проклятия. Генерал, прости меня. Царь требует, чтобы ты явился. Боги с тобой. Пока. В темницу его. Закончу позже. Везет тебе, Гути. Что? Нет. Удача не для псов. Генерал, нельзя здесь оставаться. Царь, его безумие может погубить нас всех. Этот храм проклят. Уж лучше сдохнуть тут, чем снаружи от чумы и голода. Выполняй приказ. Бог Луны прислал тебя погубить мое царство. Мне это ведомо. Я вижу все. Ну, оглядись! Этот зал – недостойная плата за мои проступки. Богов что, не радует его великолепие? Гути близко, генерал. Бог Луны направил против нас свое войско. Я немедля соберу воинов. Так, а что там внизу? Внизу сотни пленников, мой царь. Чтобы убить их, нужно время. Но у нас не осталось времени. Неважно. Кровь этого войска насытит пески. Мы завершим жертвоприношение. А начнем с нее. Скажи, генерал, кого ты видишь, глядя на нее? Я не... Разве не напоминает она о твоей дочери? Сколько ей было бы лет? 18. Так мало. Эта чума принесла столько горя. Убей ее. Мой царь, разве не лучше сохранить ей жизнь? Она разведчица. Мы узнаем планы Гутиев. Нет. Каждая капля крови приближает нас к спасению. Пусть она умрет. Слишком долго резал дельцов в темницах палату. Потерял хватку.